Сегодня я решила посетить магазин Зола в торговом комплексе «Июнь». Я вот такую юбочку присмотрела. Видите, в морском стиле. 5 долларов стоит она. 1600 рублей. Ну, в принципе, неплохо. Вот такая вот юбочка. Размер Олька, но мне думаю, мне надо поменьше. Сейчас еще померю другой размер. Наверное, я ее возьму. Моими ботинками. Вот такая юбочка. И, в принципе, я вообще люблю морской стиль. Это классно. Мне нравится. Здесь небольшая шлица, а то ее разрез. Будет хорошо. Магазин Зола. Это я. Привет. Взяла на размер поменьше, да. Такой вот он. Смотрится. Неплохо смотрится, в принципе, можно взять. Почему нет? Цена у нее 1600 рублей. Блин, музыка играет. Сейчас опять не дадут мне YouTube выложить. Надеюсь, додаст. Вот такая. Так, ну отложила эту юбочку. Вот такой магазин Зола. Здесь много всякого шматья. Просто завались. Ну, цены нормальные, вот, допустим, вот такая вот маечка стоит всего лишь 300 рублей, топик. Пожалуйста, вот даже с той юбочкой будет, с полосатенькой, вот такой топ будет вообще замечательный. Ой-ой-ой, пардон, уронила. Вот такой топик, в принципе. Блузки 499 рублей. Всякие. Тут всякого добра полно. Джинсы 2799 рваненькие. Тоже неплохие. Такие же, вот из такого же материала есть брючки. Брючки, цена их 1999, ну 2000. Такое нижнее белье. $299. Плавочки, бюстгальтеры. Красного, зеленого цвета. Чего хотите. Этот магазин называется Зола. Ладно, идем на выход. Вот так называется магазин. А вообще я сюда пришла. Нам с дочерью мы покупали отцу на юбилей цепочку и в магазине Sunlight. И там, значит, дали купоны. Нам дали 8 купонов по 500 рублей. Вчера мне сказали, что он теперь стоит 1000 рублей. То есть у меня сейчас 4 купона по 1000. Я могу взять что-то, какое-нибудь украшение, либо часы со скидкой 50%. 50% оплачиваю деньгами, а 50% вот этими вот купонами. И мы вот решили взять с дочерью по часам. Вот. Итого будут часы стоить 1000 рублей. Сейчас я жду, у нас работа приедет, и мы пойдем посмотрим. Так, тут магазин рыбок. А это мой любимый магазин Meeting.net. Но здесь одежда дорогая, и я как бы покупаю тогда, когда у них скидки идут до 70%. Тогда еще можно купить что-то, знаете. Но так очень дорого одежда. Обувь мне у них нравится тоже. Красивая. Thank you.
Ну, такая спортивная, но очень удобная. Какая прелесть. Так они мне нравятся. Все тапочки у них яркие. Вот магазин. Да, у меня очень много вещей с этого магазина. Я покупала их именно когда скидки начинаются. Начинаются они где-то в августе. Вот так вот. Ну, на следующее лето можно покупать нормально. Это кафе называется Кимчи. Такое колоритное кафе с паназиатской кухней. Тут есть том-ям, роллы, гриль, суши. Красивое такое. Если раньше другое было кафе, просто суши закрыли. Дали мне скидку на 50% на весь ассортимент. Мне там тоже понравилась одна блузка. Можно пройти посмотреть. Гелкалцедония.